Жадно пчелки пьют воду, и видно, что в этом году такие мои пчелки стали все рыжеватыми. Вот, вернее, большее количество пчелок становится у меня вот такого цвета, а плод должны быть еще желтее. Ну, раз на воде пчелки, значит маточки сеют. Если маточки сеют, значит, есть яички, есть расплод. Есть расплод, есть жизнь у пчел. Сейчас мы с вами побеседуем. Пойду достану воск. Вчера 2 дня топил воск. Я уже ролик один разместил на Дзене, как я это делал. Вот кому интересно будет, ну, посмотрите на Дзене. Вот. А сейчас такой разговор общий в целом. Сегодня сильно работать нельзя, Благовещение. Поэтому, ну и без пчел тоже не могу, ребята. Наверное, так же, как и вы, и те, кто не смог выбраться на пасеку. Ну, посмотрите вместе со мной. Ну и вот я хотел посмотреть, то на Дзене не смотрел, топил воск, вот, это мой первый такой тонкий блин получился, весь воск получился разного цвета, это такой желтенький, прям шикарный, вот, это более темный, вот, ну и, конечно, вот эта гордость моя такая, лепеха, здорово, килограмм, наверное, на 7 она потянет, вот, что я хочу, ребята, вам сказать. Я для себя наконец-то определился, как я буду топить воск. На Дзен я разместил, как я первый раз топил воск. Там можете посмотреть. И воскотопку я показывал. И один способ, вернее, чистая грязная перегонка. Я для себя определил. На лето мне нужна воскотопка солнечная, для того, чтобы весь воск, рамки, что у меня есть, потихоньку перетапливать, там накапало, все это собирать куда-то в мешок, а зимой чистой перетопкой, воск будет этот уже относительно чистый, за один раз, такой бак с такой сеткой, все это надо почистить, человеку отдать, вот опускается свет, накладывается воск и топится и по многу, и толстые лепехи, и чистый, и хороший получается воск. Но я еще раз хочу сказать большое спасибо всем тем, кто советовал мне приобрести и какую приобрести воскотопку. Но пока не пройдешь свой путь практически, да, конечно, он основывается на советах, на опыте других пчеловодов, да, но так же, как в пчеловодстве и при вытопке воска нужно найти свой метод. Поэтому я для себя выбрал это солнечная воскотопка летом. И зимою спокойно, без напряга, без всяких отжимов. Там, знаете, вот это вот показывают в мешках, в бочках. Вот, не надо париться. Еще раз, солнечная воскотопка. А зимой перетапливаем в таком вот баке с сеткой, которая будет, сетка будет забирать всю грязь. Лишняя грязь останется снизу. Воск отлично всплывет, будет воск. Ну, поехали теперь на пасеку. Добрый день, друзья. Вот сижу возле своего такого шестирамочника нуклеуса. Смотрю за пчелкой, наблюдаю за ней и вижу, вот видите, вот эта вот пчелка уже стареет. Вот это тоже прилетело старенькое. К чему это все? Обножку несут сегодня, это радует. Это я хочу сказать все к тому, что все-таки поздняя весна, она сказалась буквально для всех наших пчеловодов, наши, по крайней мере, нашей округи, да, я думаю, еще скажется и для ребят из других окраин нашей страны большой. Вот, потому что я вам показал, да, много старой пчелы, но при этом молодая еще не народилась. Да, пошел расплод. Мы сейчас с вами видим, очень сильно несут обножку. Значит, пошел расплод, сейчас будет наращиваться сила семьи. Но насколько она нарастится, если старая пчела начнет отходить? Все мы с вами знаем, что эта пчела, которая родилась во второй половине августа, в сентябре,
месяцы. Вот. Сижу возле, перед литком, они летят возле меня, не могут залететь. Вот. Синяя пришла, это пролеск дает. Еще одна синяя обножка. Ну, хочу с вами так побеседовать, посмотреть на пчелку, потому что мы за зиму соскучились. Конечно, у сильных семей другая ситуация. У них уже очень много печатного расплода. У них матки сеять начали давно. А с учетом того, что я подкармливал белковой подкормкой, эти сильные семьи заменятся легко. Но вот как заменятся наши семьи, которые вышли из зимы на трех, на четырех рамках? И сейчас усиливаться-то, брать пчелу у сильных семей, в сильных семьях тоже как бы, ну, грешно, надо дать им немножко как бы разойтись, набрать силу для того, чтобы у них можно было что-то забирать. Но по тому, как слабые отводки выдержат, не выдержат, им надо протянуть, ну, хотя бы недельки, две, дней 10, чтобы можно было уже брать по рамочке расплода на выходе, усиливать их. Конечно, если сравнить с позапрошлым годом, по своим видеозаписям, я наблюдал, что 6 апреля я расширял свои гнезда на овощину, и тогда я познакомился с Николаем Зуевым, который мне так сильно раскритиковал меня за это. Вот. Но я начинающий пчеловод, у меня не было суши, и расширять мне было нечем. Но семьи очень хорошо строили овощину, и мне это понравилось. Очень хорошо я запомнил 6 апреля. Сейчас я вчера буквально расширял только сильные семьи, наверное, семеек 12, на сушь. Боюсь давать овощину. Ну и в сильных семьях с матками F1 я начал формировать отцовские семьи. Вот. По мере силы семьи я смотрю и ставлю им рамочки с трутневой овощиной, потому что уже трутневые, то есть матка начала сеять, закладывать трутня. Вот это первый сигнал. Ну а второй сигнал и более основной сигнал — это то, что в природе пошла пыльца. Вот мы подкармливаем пчелок. Такое ощущение, что это стало на вентиляцию. Вот. Интересно наблюдать за ними. Я такая ловчоночка тут импровизированная. Сижу, смотрю, одна за одной, все идут с пыльцой. Как долго мы с вами, ребята, этого ждали? Как долго? Вот. Ну ничего, я думаю, что вот такое количество пыльцы все-таки даст маткам возможность сеять. Ну и не надо забывать, что сейчас нужна стимулирующая подкормка, хотя бы по 200 грамм давать пчелкам. Так что будем ждать, ой, настоящей весны. А вообще, ребята, я сделал, ну, вытопил воск. 2 дня занимался, пока было похолодание. Теперь я с воском килограмм, ну, наверное, 10 сделал. Ну вот и поговорили. Так что за работу. Сейчас буду пересматривать семейки. Ну, уже те семьи, которые были сильные, я как бы пересмотрел. Меня сейчас интересуют семьи, где можно уже делать отцовские семьи. Нужен трутень. Не будет хороших, сильных маток, если не будет сильного, хорошего трутневого фона на вашей пасеке и хорошего взятка. Ну а с вами был Сергей Лукинцов. До новых встреч, друзья!